Этот подарок горожане ждали давно. Еще в далеком 1914 году городская дума постановила памятник Кутузову установить на территории нынешнего дома офицеров. Документ, подтверждающий этот факт, нашел в архивах наш современник, военный историк Юрий Фабрика. Мы считаем, что бюст должен находиться около дома офицеров, поскольку это как раз память о воинах, которые сражались на всех фронтах фактически и во всех войнах сибиряков. Плюс Кутузов как раз один из предводителей войны с Наполеоном, и наши сибирские дивизии тоже воевали с Наполеоном. И поэтому вот сейчас вот Вера Аркадьевич Фабрика у нас пишет очень интересную книгу «Сибиряки в войне 1812 года». Это неизвестная страница практически вот ни для кого. То есть нигде мы этих сведений не встречаем. Бюст Кутузова передан в дар от руководителя проекта «Российская аллея славы». Из Краснодарского края через всю страну он наконец-то прибыл в Новосибирск. Вот эти художники, скульпторы объединены идеей, чтобы во славу этих людей просветительством заниматься, и чтобы наши граждане России с уважением, которые относятся к великим именам России, видели еще бюсты, которые напоминали этих людей. Это, наверное, главная цель и патриотическом воспитании молодежи. Пока готовится площадка у центрального входа, постамент вместе с бюстом будет храниться во дворе здания Дома офицеров. Установят его в начале осени, 8 сентября. И тогда в нашем городе появится еще одно место, где будут чтить память воинам-сибирякам.